Мир вам, дорогие телезрители, друзья и все участники служения Impact Outreach. Мы приходим в ваши дома сегодня, чтобы поздравить вас с этим чудесным праздником Рождества Христова и новым 2015 годом. Прежде всего, мы хотим поблагодарить тех, кто стоит с нами в одном видении, поддерживает молитвенно и благословляет финансово. Вместе с вами Господь вел нас в такие места, как Африка, Индия, Турция и Кипр, куда мы приносили людям добрую весть спасения. Мы благодарим вас и молимся, чтобы Господь обильно благословил вас, ваши дома, ваши семьи, ваши служения и работы. В эти праздничные дни пусть ваши сердца по-особенному будут открыты для принятия Божьего мира, радости, любви и небесных благословений. А 2015 год мы провозглашаем годом Божьей славы в жизни каждого из вас.